Илья Фуфырин, большое спасибо за донат. Ремикс АИ кавер. Что? Попросит тихо закрой глаза и растворится в безоблачном ли. Она ему не нужна. На самом деле, вот этот комментарий, как бы, сам же Илья Фуфырин написал. Вот как бы, да, я имею в виду. Улетится в себе, он только сможет и... Я только единственное, что не понимаю, типа, инструментал в оригинале чей? Она не сможет ему отказать, под сердце уверенно поймут, сын с анимую печать. Да, мало проходок просто. Не, такие слушать не особо кайфово, не нравится. Но 4 лайка все равно стоит. Не знаю, мне прям это неприятно слушать. Прям, ну... Слушайте, я говнарь жесткий, я люблю нестрой, я люблю грязный звук и все такое, но это уже прям жесть какая-то просто невыносимая. Они не проходят, они просто нейросеть, она как-то по-другому вообще работает. Они ее потом не доделывают, ничего с ней. Все делает сеть. Но в будущем стопудово нейросети как-то будут звукорежиссуре применять. А, я слышал, знаете, какую новость? Вот пока, это пока что самая интересная вообще новость, связанная с нейросетями. Единственный же, кто остался из Битлз живых, Пол Маккартни. Короче, хотят какой-то альбом из неизданных песен сделать Битлз. Ну, с Пол Маккартни и нейросетями голоса, типа, остальных битлов сделать. Вот это охренеть идея, да? Что это за инструментал такой был вообще? Изначально. О, Cloud Tips, прикольная штука. Мне тоже нужна такая. А, это деньги. Нет, ну тут пока благодарить нечего. Не за что. Как бы я просто хотел бы знать, что за Cloud Tips. Я помню, я типа чаевые давал как-то через такое. Как же хуёво. Даже не для симпов, да, это именно, это, вот это как раз Дора не для симпов, это Дора для людей, просто вот больных ублюдков, которым по кайфу слушать максимально что-то такое отвратительное, потому что по каким-то причинам оно им доставляет удовольствие. Это как раз не симпы, это вот, это наши с вами любимые психи. То есть мне кажется, слушать вот такие АИ-кавера, это даже более хардкорный вариант как бы погружение в пиздейшн, чем, например, слушать там Copra Grindcore какой-нибудь. То Copra Grindcore как будто музыкальнее. А здесь-то, блядь... Просто это нейросеть, это ужас. То есть лучше послушать нормальную там пацанскую... Гачи микс, в конце концов, лучше бы даже какой-нибудь послушать. Что это, что такие это? Но, с другой стороны, опять же, плохой гачи микс. Типа, это плохой гачи микс, он не смешной, в нем никакого удовольствия. Плохое и кавер то же самое. К какому мы внезапно приходим выводу, господа? Нахуй никому не надо делать, типа, поганое говно. Делайте как следует. Все. Ну или там хотя бы достаточно нормально сделайте. Потому что это даже близко недостаточно.
Пиздейшн. Ты же вступил в Девтонский орден, разве нет? Ты же сам говорил.